небесі і на землі, хліб наш насущний даш нам несть. І остави нам долги наші, якоже і ми оставляємо должникам нашим. І не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святаго Духа, нині прийшли во веки веков. О Господь, явися нам благословен, гряди во имя Господне. О Господь, явися нам благословен, гряди во имя Господне. Исповедуйте Господи, яко благ, яко век милостиво. О Господь, явися нам благословен, гряди во имя Господне. Обышедше бы дошем я именем Господним протилякшим. О Господь, явися нам, благословен люди, во имя Господне. Не умру, но жив буду и повем дела Господня. О Господь, явися нам, благословен люди, во имя Господне. Аминь, Боже, не брегоши землю, всей бысь во главу угла. От Господа висей дивень всех наших. О Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Вознесите, благословите, Боже наш, радуйся Твоим учеником, обетование Святого Духа, и священным бывшим благословением, яко Ты истинный Божий избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во всю землю и зрелища Твое, яко приемши Слово Твое, им же боголепно научилися, если со случаем пояснилися, человеческие обычаи украсилися, царское священие очи преподобни, моли Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне присно и во веки веков, аминь. Не уважи никогда Богородице, силы Твоя глаголочи недостойнее, аще бы Ты не бы предстояла моляще, кто бы нас избавил от великих бед, тоже бы сохранил до ныне свободный. Не отступим, Владычица, от Тебе, Твоя воля, мы спасающий, присно святых людей.